Про те, як вам дали громадянство, потім забрали, потім про те, як ви перетинали кордон, про дерев'янку, про кошти. Просто справа в тому, що от мій колега дуже влучно зазначив, що єдина логічна річ, яка сталася в цій всій історії, це те, що відбулося в суді, коли суддя випустила вас із суду без кайданок і, ну, власне, без запобіжного заходу. Я хочу трошки про інші речі поговорити, можливо, вони якісь такі світоглядні, але менше з тим. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в українській політиці для чого має бути Михайло Саакашвілі? Ну, по-перше, ну, на це запитання треба відповідати, звичайно, звісно, першу чергу мені, але другу чергу українському народу. Треба починати з того, що, звісно, це не адміністративними методами треба рушити. Я вважаю, що ми зараз повинні поговорити, не є ви совершенно праві. То, що зі мною відбувало, ну, це як достатньо тяжело, але я привик ко всьому, я був готовий ко всьому, я... Поскольку я в этом деле, я не буду отказываться ни от всего и не буду отходить назад, и никто не увидит, ну, как бы, моего испуганного лица. Но с другой стороны, мы должны сказать, что Украина сейчас на грани больших изменений. У меня вообще не вызывает сомнения, вообще, что в Украине власть сменится. Она сменится, я не знаю, через несколько месяцев, через когда-то сменится, она мирно. Она абсолютно беспомощна, она слаба, она напугана. Она делает ошибку за ошибкой. Это у меня сомнений не вызывает. Мне кажется, что мы все должны сейчас просто сказать, что как сделать так, чтобы не потерять страну. Как сделать так, чтобы, например, между всеми силами, которые готовы не жить по правилам брехни, коррупции и воровства, состоялся реальный диалог. Реальный... Тут навіть сперечатися да, не буду. Але ваша роль в цій мою історії цель, яка? Вижу, ви ж не будете президентом України? Ні, це не одне зазначало. Якщо я можу допомогти, якщо я зміг допомогти всім силам, які не хочуть жити по правилам корупції. Тому що Україна зараз сідає саранча. Що таке саранча? Саранча – це люди, які прилітають, все сідають, не люди. Ну, так дивіться, цієї саранчі є ім'я, називайте. Ні, саранча – це сьогоднішня власть. Сьогоднішня власть, сьогоднішні олігархи всі вместе. Это саранча все съест. Ну, тут є, дивіться, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екс-прем'єр Яценюк, кабінет міністрів є, є 450 чоловік. Я думаю, що ми говоримо про очевидно. Всі, практично, почти всі, я не можу весь парламент, звісно, згадатися, тому що є в парламенті різні люди, але всі, всіх, кого ми називали, часть, і плюс всі олігархи, про яких ми говоримо, це часть саранчі. Ну, Фірка, саранчі, які сідають, все, улітають куди-то, це не їх страна. Вот для тех людей, которые любят Украину, которые считают ее своей страной. Я тут через дорогу учился в университете, в парке Шевченко. У меня самые любимые воспоминания начинают там с очень юного возраста. Для меня это, наряду с Грузией, моя страна. Я люблю Украину. Те, кто любят Украину, всех никто не хочет ее грабить. Должны сейчас сесть за диалог. А мою роль я вижу, если я могу облегчить этот диалог, если я даже смог того, что на границу ко мне приехала вся украинская оппозиция, если на суд приехала практически украинская оппозиция, то, что мы видели, когда меня отбивали вот реально от военного плена, приехали депутаты, например, самопомощи, своими машинами, своими телами заблокировали. Я прошу, а что вид військового полону? Потому что я считаю, что это было чисто, там у них не было ни ордена на арест, у них не было даже ордена на обыск. Это была военная операция, когда меня второй раз, когда арестовали, прикольно два опера произошло, сказали, идемте со мной, и пошли. Вообще не было никакого сопротивления. Тут это была военная операция, карательная, на глазах всего мира, что мы все можем, мы все, нам все позволено. И в результате они пока продемонстрировали свою крайнюю глупость и беспомощность. Потому что народ показал, что это Украина, а это вам не Россия. Тут такими методом действия. Поэтому я хочу содействовать этому. Второе, мы должны все думать, какой будет Украина после. Украина сейчас катастрофически теряет время. Сегодня, я смотрел, Дуда, президент Польши, был в Украине. Польша в этом году развивается три раза большими темпами, чем Украина. То есть Польша, которая уже 6 раз богаче, чем Украина, хотя в 91 году было такое. Мы теряем население, как катастрофическое количество. Мы теряем. Знаете, я сейчас, вот я вам скажу маленький секрет. Я сейчас снимаю фильм, пока меня не взяли. Потом, как может быть будет из Украины? Я ездил по всей Украине.
И мы снимали стендапы в Запорожье, в Одессе. И вот в Одессе мы стоим и говорят, вот видите, там вот индустриальная зона ужасная, а там может вырасти небоскребы по 100 этажей. Я не фантазер, Батум я их строил, а в Одессе еще легче, гораздо легче это можно построить. Где география Батуми, где география Одессы, где история бренда Батуми, где история бренда Одессы. Одесса это просто где-то на другой планете, что раз хуже Батуми. Я говорю, вот там это может. Я говорил о потенциале туризма. Я, например, поехал в Шполу, вы знаете, где такое Шпола? Шпола это Черкасская область, это географический центр Украины. Я сказал, что надо вынести из Печерского треугольника административный центр и все кабмин, парламент и все администрацию перенести в Шполу, потому что это географически. Но вы все это самое сделали в Грузии, вы вынесли. Да, да, я верю, что в Украине это гораздо больше сработает. Поменять полностью структуру. Я верю сейчас, что то, что их, то, что эти поменяются. Те, что вы сделали в Грузии экономичне диво, мы зараз не обговорим. Це всі знають. Я особисто знаю. Я не про Грузию зараз говорю. Ж грузин, який мені всі вуха прожужжав про те, що ви зробили в Грузії. Молодець. І ми це знаємо. Так. І це, до речі, це викликає захоплення. Так, об'єктивно, правда. Але все ж таки, особисто вам, крім якихось таких філософських відповідей, що це там, я тут навчався, мені тут подобається, якісь конкретні цілі? Я з удовольствием буду прем'єр-міністром першого же правительства, яке буде після зміни влади. Я з удовольствием, а для чого? Щоб привести нове покоління новых украинских политиков. Вы знаете, что в моем первом правительстве в 2003 году не было ни одного человека с прежних правительств. А здесь, во всех правительствах, как по эстафету передают старых министров, начиная там с 90-х годов. Надо полностью поменять состав правительства. Я в этом с удовольствием принимаю участие. За 70 дней можно полностью сменить программу, как действовать. То есть за 70 дней можно поменять всю законодательную базу. Можно максимум за 100 дней, чтобы люди увидели результаты реформ, максимум за месяц можно снизить. Сегодня Гройсман сказал, что через 2 года будут снижаться тарифы. Не смешите мои тапочки. Тарифы можно, нужно, можно за неделю. Я не популист, я это считал, я это проходил с Герусом, с другими экономистами, Владимиром Майстришиным. Кстати, один из сюжетов моего фильма, аэропорт Борисполь отапливается несколько раз дешевле, чем он бы отапливался на газе, потому что там украинская деревесина используется, отходы украинской деревесины. Мы об этом не знаем, отходы украинской деревесины отапливают такой аэропорт. А почему в других местах это не происходит? Потому что все сидят на этих тарифов. Тарифы завтра, ну не завтра, если правильно перейти, максимум за 2-3 месяца, то можно съездить минимум 3 раза. Кресло премьер-министра. Минимум 3 раза. Я хотел бы это все показать и потом уйти из украинской политики. Я не собираюсь оставаться из украинской политики. Я бы хотел жить в Украине. При каком президенте? Президент Украины должен быть. Во-первых, я думаю, что президенту в этих функциях точно не нужен уже. Нет, я про инше. При якому президенте? Еще раз говорю. Может быть? Ну, это то, что этот президент сменится, у меня не вызывает никакого сомнения. Должны делать так, чтобы не потерять страну, и чтобы это был переход мирный, спокойный, в условиях диалога. Это для меня очень важно. И это я всегда повторял и повторяю. Нам не нужны эксцессы, и нам не нужны какие-нибудь... у нас был лозунг «импичмент вместо революции». Я бы поправил этот лозунг. Нам нужна революция. Нам нужна революция без жертв. Нам нужна революция без столкновений. И эта революция не то, что там мы флагом помахали и поменяли правительство. Нет. Или президента. Революция это то, что должно произойти потом. Революция это полная смена налоговой системы, полная смена таможенной системы, снижение наших налогов, убирание глупых таможенных тарифов. Вы говорите про революцию. Сокращение госаппарата на 2/3 часть. Это будет революция. Революция не была стояние на Померанчево. Я тоже там стоял, поэтому знаю. Революция не была, революция гидности. Она была началом революции, но она не закончена. Революция будет тогда, когда поменяется все, что мешает нам хорошо жить. И в это я свято верю, что в Украине есть фантастический процесс. Когда меня привели тоже в СИЗО, когда я сидел в 86-м году, как студент первого курса Киевского университета, и когда я увидел, что там даже одного, по крайней мере, контролера, который тогда служил, и когда я увидел, что там такие же порядки, когда я увидел этих прокуроров на моем суде, которые выражались языком старых советских обвинителей, я понял, что 30 лет в этой стране куда все ушло. Целая жизнь целого поколения, трубу пролетела. Что это такое? Живем так же, как тогда. Такие же следователи, такие же тюрьмы, такие же порядки, такие же примхи, там, забега за баганки, лады. А где змины? И сейчас, наконец-то, я для меня... Так, я как якщо якісно не зміниться людина так. В цій країні, то жодних інших змін, про які ви говорите, не буде. Це неможливо. Просто неможливо. Без зміни еволюційної свідомості у населення.
Але це, знову ж таки, така трошки дуже розлога. Тут вопрос в чем? И в Грузии произошла смена ментальности. Мне кажется, Украина гораздо более способна изменить. Украинцы же уезжают миллионами в Польшу. Я их видел в Польше во время моего вынужденной моей ссылки. Они и другие. Они... Вот. Інші – це ті, хто їде, а ті, хто залишається. А їх очень много. А залишається все менше і менше, к сожалению, щоб ми це прекратили. Я, наприклад, мене возив, щоб ви розуміли, мене возив я случайно оставив, на зам губернатора Николаївської області. І він був ще главою районної адміністрації. Ну, це важна должность, там кабінети, там то все. Він на таксі працює. В Польщі. Да. Чесно скажу, я не здивований. Ні, я абсолютно не здивований, але що він казав? Цей чоловік, мабуть, ходив з персональним водителем в Николаєві, його сів, там приветствовали. Там він заробляє, гордиться. Він говорить, я в вольній країні, я стою на двох ногах, мене ніхто не унижає. От це є ментальність. Михайло Миколайович, дивіться, більш практичне русло. От є думка, яка дуже широко зараз ходить в експертних кругах, в журналістських колах, перепрошую, що ви запрошені в Україну для того, щоб торпедувати суперників президента. Я розумію, що ви скажете, що це все маячня, але, як то кажуть, не можеш подолати очоль. Ну, ти можеш, можна так сказати. Тобто, говорять, звісно, що це все конспірологія. Ні, можна сказати, що я при цьому треба придбачити, щоб я маю бути мазохістом. Що мені дуже подобається, що коли мене б'ють. Я не знаю, чим займаєтеся. Коли мене там в ізолятор в ізницю відправляють, коли мене руки заламують, коли мене там принижують, при чому. У світі, що мати бути мазохістом в найвищій категорії, якщо це подобається, ти граєш. Слухайте, якби ви цим не займалися, де б ви були? Ви б зараз були в Нідерландах і викладали, вам же було б сумно. Думаєте, що веселіше бути в ізоляторі СБУ? Я не думаю. Так ви ж самі кажете, що там всі знайомі. Ні, не всі. Це шутку. На самом деле, ви праві, що, звісно, це визов, але ми повинні розуміти. Можно сейчас людей, что нас как настроили, что все будет плохо, если лучше уезжать, ничего в этой стране не будет, все равно нам будут управлять олигархами, все равно кого не смени, одни и те же будут, но это все неправда, это все неправда, я точно так же, у меня дежавю, вы упоминали начале Грузии в 2002, говорили, что Шеварднадзе вечный, он такой умный, прозорливый, что он всегда всех это самое перехитрит. Что все равно лучше люди уезжают, что все равно в нашей стране, ну что у нас будет в нашей стране и так далее. Все поменялось очень быстро, как только все старые ушли, как только пришли все новые. Да, эти новые допускали ошибки, да, это было слишком молодые, может быть, да, мы наломали дров. Но в стране экономика выросла в 4 раза, ментальность поменялась. Даже сегодня, когда я уехал, эти реформы продолжают работать. У нас больницы, как в Австрии и в Германии, извините, вот сегодня у моей мамы была какая-то проблема, я сказал, ни в коем случае не идите в грузинскую больницу. Как? Вот там этот аппарат стоит, у меня эти анализы проверяются. Как в Германии? В Украине? Такого нет. Окей, так для того, щоб це все було в Україні. Є на обычній страховці. Для того, щоб це все було в Україні. Ви кажете, що вам потрібно крісло прем'єр-міністра. Давайте тоді більш практично мислити, яким чином ви можете в це крісло потрапити. Тобто, наскільки я розумію, це мають бути перевибори парламенту. Так, я так вважаю, що зараз нам всім, демократичним силам, які не хочуть жити по правилам корупції, треба об'єднатися. Я знаю, як це плохо. Когда я с ними разговариваю, они вспоминают, вот этот мужчина 4 года там, Назрадов, там, он куда-то не пришел на Майдан, когда мы все собрались, 3 года. Вот. Эта женщина, мы там все знаем, кто это. Этот еще хуже. Тот вообще договаривался когда-то, тот когда-то украл у нас партию. У всех история с другими. Да, но это история прошлая. Но я у всех людей. Да, но надо, это все понятно. Но если эти люди все не найдут общий язык, не начнутся разговаривать. Сейчас они должны как минимум координироваться, разговаривать. Второе, мы все должны защитить НАБУ. Это очень важно. Третье, мы все должны сделать так, чтобы
эксцессов и таких столкновений не было, потому что это выгодно слабой власти. Они на что делать? Вы видите, что было? Они сейчас войсковые записывают клипы, там «Мы поддерживаем власть, мы против этих». Власть, которая заставляет своих военных, которых она унижает, кстати, очень сильно, записывать клипы поддержку власти, она в панике. Когда вы видели, как они все... Ви так, идите, так сміло завжди... Я ставив питання про те, на кого ви будете спиратися. З вашої відповіді я мушу просто глядачам розшифрувати, не всі ж так уважно слідкують. Тобто ви говорите, що ви будете спиратися на таких депутатів, як Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук. Я правильно називаю прізвище, імена? Нам треба всі сили. Демократичний альянс, Батьківщина. Всі сили. Самопомощ, Батьківщина, громадська позиція, молоді єврооптимісти, всі індивідуальні депутати, Чумак, там всі інші, там європейські. Молоді і перспективні. Да, всі вони мають координуватись. Мають координуватись по новим правилам гри. То без цього не вийде. Це має бути одна якась політична сила? Ні, чи вони можуть клаптиками зайти? Ні, я думаю, що вони мають сісти домовитись. Вони набагато мають більш досвіду, ніж я в українській політиці. Тому їм треба просто домовлятись. Я не знаю, яку форму це виліться. Я ще цього не знаю. Але те, що я побачу у себе на суді за мною, там 8, ну, продовж 8 годин стояв Анатолій Гриценко, дуже поважна людина, чи Юля, яка, ну... Я знаю, що до неї дуже тут є питання, да, газові контракти, але вона тарифу. реально дуже потужний політик і дуже популярний. Коли Андрій Садовий нас зустрічав во Львові, коли він ризикував, це був ризик з його сторони. Чому? Тому що після того почались допити проти його заступників, там його стали гнобити ще більш, тому що це була така образа для влади, то що Садовий ратифікував перед тим кордону. Ну це реально, але все це показує. А кава смачна була? Ну, я каву взагалі не пив, але Львів я... Ну ви скільки їхали, ви ж казали, я захоплений, їдете до судового на каву. Так, ну чай я пив, але я абсолютно був захоплений і захватив від Львова, і це єдине місто в Україні, яке отримало якийсь там розвиток, незважаючи на все остальне, і зараз нам кажуть, що там найбільш жахливі проблеми. Тобто всі ці люди мають, мені так здається, як мінімум розмовляти. Тому що і не тільки період кризи, тому що це була криза і кордон, і захоплення, і візниця для мене. Навіть якщо всі ці люди скоординуються, об'єднаються, навіть попри те, що ми знаємо, що там де два козаки, там три гетьмани, але всі ці історії не мають одного дуже важливого фактора – це ваше українське громадянство. Так. Ну, це, знаєте, ви збираєтеся його повертати? Обов'язково. У мене є суд на 21 грудня, це якраз день мого народження. І, ну, зато відсвяткуєте як людина. І знайшлася ця суддя, як ніхто не... Я не очікував, навіть що вона це зробить. Я знав, який був тиск. Шалений був тиск. Вони з того моменту в істериці. Ви бачили, що вчора генеральний прокурор сказав. Це геніально, що він сказав. Він сказав следующее. На Саакашвили государственный преступник, и он вообще хотел убить Украину, поэтому или он сам депортируется за границу, или мы его экстрадируем в Грузию. Вы представляете, что он сказал? Он сказал, что все это дело чисто политическое, потому что если человек хочет взорвать страну, совершить переворот, и в результате говорят, сейчас его надо взять и убрать в другую страну, убрать из Украины, то есть они признают, что не только дела нет, они признают, что их главную мотивацию. А мотивация, она убирайся отсюда, а не то, а то. А это я слышу последний. Слушайте, поэтому... в цій історії просто наглухо відсутня логіка. Тому що президент запрошує свого товариша привселюдно, дає йому паспорт, каже, це мій товариш, я в ньому впевнений, от тобі, друже, Одеська область. Потім він знімає вас з Одеської області, потім ви їдете за кордон, вас позбавляють громадянства, ви переходите через кордон. А вам не здається, що президент трошки дивно виглядає в цій ситуації? Він виглядає слабко, але, до речі, мені реально не хочеться дуже багато говорити про президента. Чому? Тому що це пройдений етап. Давайте говорити про те, як рятувати країну, як мати діалог. І, до речі, як мати діалог із президентом про мирний перехід. Тому що, ну, це... Без нього це не вийде.
треба мати діалог зі всіма, але в першу чергу опозиційні сили. Знаєте, коли ви вийшли перед парламентом, я ще тоді написав, що найкращий вихід для президента – це поставити палатку поруч. Я його запрошував. До речі, діалог з президентом буде необхідним, так. А ви спілкувалися після всієї цієї історії, після Мальти з президентом? Ні, ніколи. Тобто... У нього не було бажання, я ніколи не відмовлявся. А ви свою ініціативу проявляли з цього? Ну, особливо ні, але особливої таємниці немає. У мене ніколи не було суперечень до того, що такого ідеї фікси, такого, що ніколи не зустрічати. Ні, всім треба розмовляти, всім треба вести діалог. Країна одна. Країну треба, щоб реально, я згоден з цим лозунгом, що не треба його розхитувати, але у людей є гідність. У людей є конкретні речі. Коли їх грабують? Через тарифи. Коли їх грабується 7 олігархів? Чи скільки їх вже рахунок потеряв? І коли вони, все суспільство потрапило реально в халепу, просто говорити, кот Васька кушає да їсть, слушає да їсть, він не кушає, ти слушає, як це? Слушає да їсть. Ребята, давайте жити дружно. Ми тут всіх ограбимо. А ми повинні бути дружба. Окей. Ні, це діалог не теж до того, що як ми їх оставимо в покої. Ми їх поставляти в покої не будемо. Але це повинно бути спокійно, мирно. І ми говорити не те, що буде сперечатися час, далі, що буде в будущем. Згоден, мене не треба все переконувати. Все ж таки, як будемо громадянство повертати? Через суд, правильно? Найдеться порядочний суддя, як знайшлась в Печерському суді. І ця суддя вернет мені гражданство, що вона все одно незаконно була забрана. А нагадайте, будь ласка, відповідний позов вже є в суді? Абсолютно. І якраз 21 декабря народження, тобто у вас 18-го одна справа, а 21-го друга? 21-го розсмотрення моєго позову, це для мене дуже важливо. Мені дуже важливо вернути українське громадянство, це питання. А в якому суді? Вищим адміністративному суді. А. Вищим адміністративному суді. Это в центре тут на Печерске. И для меня, когда я брал украинское гражданство, это был сознательный выбор. Это очень сложный выбор. Не было в мире прецедента после Симона де Боливара в Латинской Америке, чтобы лидер одной страны пошел и играл роль политики другой страны. Ну, не было. Так, сейчас французская телевизия сделала большой сюжет про меня. Они говорят, таких прецедентов больше нет. Они искали, не было. Но не было таких прецедентов после Габсбургов, кстати, которого кронпринца из Отто фон Габсбурга я знал лично, и мы дружили, хотя он недавно умер, ему было 95 лет. У них лишили гражданство, не было больше глав государств в мире, у кого лишили гражданство. Я уникальный прецедент после Габсбурга, после Симона де Боливара. Так вышло. Коли... Но эти вещи тоже уникальны. Сейчас весь мир, мне абсолютно неприятно, я оказался в центре всей мировой прессы. С одной стороны, мне это все, с другой стороны, в стране это вредит. Не было плевок с Курченком. Вот не было. Как вы эту ситуацию прокомментуете? Вы говорили взагалі с Курченком? Еще раз говорю, этого человека не знаю. Так я теж не знаю. Це не значить, що я з ним не міг розмовляти. Я цього чоловіка не знаю. І цей розмов не пам'ятаю, і я думаю, що його не було. Я думаю, що його не було. З якихось моїх розмовів може склеїти, і з ваших розмовів може склеїти що угодно. Я десь розмовляю 100-150 чоловік. І ще раз кажу, ніякого інтересу у мене взагалі якісь контакти мати з людьми, які... Хоть как-то связано с олигархатом? Нет, никогда не было. Если бы я хотел, я бы давно это сделал. Не замечен Михаил Саакашвили, не хочу от себя третьего лица говорить. В контакте с такими субъектами. Все очень просто. Это настолько дико. Ну, Михайло Миколаївич, ну ви ж президент Грузії, так. Ви ж були губернатором. Невже так. У вас немає служби безпеки, яка контролює всі ваші контакти? Извините, еще раз говорю, Хоча з іншого боку, я думаю, что вы тоже знаете, и украинское общество знает, что все это дело полностью сфабриковано. Это знаете сама прокуратура. Если вы были на этом суде, или если бы послушали оба на сумму, дело было такое дурное. Там реально в несколько раз хотелось просто громко хохотать. Розумієте, чого ставляться ці питання? Не тому, що є якась недовіра до вас, а тому, що, знову ж таки, є думка, що ви є людина, яка для того, щоб реалізувати свою ціль, може піти на багато речей. Ніколи я не пойду ні на які контакти і ні на які зговори
с любыми людьми, которые связаны, а, с олигархатом, а России я уже не говорю, потому что, ну, я думаю, что это уже даже не смешно. Я даже шутил, что если я российский агент, то потом надо меня передать России, Путин с удовольствием меня заберет, обменяет на меня всех украинских агентов, а потом, и они все говорили, он на суде, чтобы вы понимали, две вещи говорили. Саакашвили вел себя подозрительно, потому что разговаривал на Вайбере, на WhatsApp. То есть все, кто разговаривает на Вайбере, в WhatsApp, это потенциальные преступники. Да я вообще матерый рецидивист. Да, да. Первый аргумент. Второй сказал, что они сказали, что Саакашвили агент ФСБ, но его надо закрыть, потому что ФСБ может его убить, то есть меня убить. И после этого вы мне говорите серьезно комментировать их пленки и говорить, что это они не только фабриковать не умеют. Вообще вся фабула. Это просто на это и сюжет реально для юмористов. И там есть два агента, Волк и Заяц, которые почему-то утром знают, что они будут делать вечером. Утром они добровольно заявляются в СБУ и говорят, сегодня вечером мы передали деньги ФСБ Саакашвили. Вам это как? Это надо было послушать. Не можу не поставить это питання. Так. Як би я не хотів, але все ж таки, що і в кого брав Дангадзе? На відео не видно, гроші, це не гроші, фантики, може це наклейки Турбо, Бог його знає. Ще раз що говорю. І в кого він брав? Ще раз говорю. Та питання ж, слухайте, я ж не про Курченка зараз. Так. Взагалі, ну. Ще раз говорю. Северіон Дангадзе, ніякого відношення до фінансування нашої акції не мав. То, що вони хотіли показати. Вони що сказали? 17 октября состоялась акція злочинної групи, яку фінансували через Дангадзе. 17 октября состоялась акция 17 политических организаций и громадских организаций Украины. Это не злочинная группа, это вся оппозиция Украины. Когда прокуратура говорит, что эта злочинная группа сделала акцию, они говорят про всю гражданскую, про весь гражданский спектр и про весь оппозиционный спектр Украины. Это первое. Говорить это уже есть преступление со стороны прокуратуры. Первое. Второе. Этот человек к финансированию этой акции никакого отношения не имел вообще по природе. Это раз. Вторая история. В руководстве партии он не был у нас. И третья история. Я про него очень хорошее мнение. Этот человек, который потерял его семья, все на Донбассе, все. Он персона нон-грата в России, вся его семья, потому что они считают его их врагами. И он получил хорошее западное образование, как много людей, которые вокруг нас. Этот был один из людей, который был вокруг нас. Таких людей у нас сотни и тысячи. И очень много хороших людей. Вот все, что я могу сказать. То, что я послушал на суде, это настолько анекдотично. Это настолько вообще ничего не сходится, что комментировать какие-то вещи, мне просто смешно. Потому что реально у них, если бы они думали, что у них есть реальное дело, они все иначе. Вся эта истерика. Хороший парень не профессия, а то, что справа против вас. Я сейчас тут не адвокат, я просто рассказываю мои впечатления. Не, я же тоже абсолютно да. без наивности. Я точно знаю, что никаких денег не было, по мне и быть не могло. Все. Повертаючись все ж таки до Саакашвили, премьер-министра, тире-реформатора. Кстати, до речи, я хочу сказать, я не хочу себе прибедняться. Так я, конечно... В Украине живу, я заливаю бензин, я там езжу на... Я уже, слухайте, пана министра, пана президента, я тричи уже это читал, я тричи честно. Нет, при всем том, реально, и сейчас еще скажу, что я что-то говорю, это так, у нашей семьи есть серьезные материальные проблемы, извините, так оно вышло. А что я могу сделать? Так оно вышло, и когда мне эти реально набитые долларами и миллиардами люди... Говорят, нет, какие-то деньги, мне это отвратительно. Извините, я был 20 срока с президентом, и у нашей семьи есть материал, не такие, как у большинства людей, потому что у них еще больше, например, за тарифы люди не могут платить, там, за пищу не могут платить, за это еще могу платить, но у нас есть много других проблем. Нам надо передвигаться, моя жена сюда летают, моя мама, сейчас у нее там еще медицинская, у нас тоже есть свои проблемы, извините. Я живу обычной жизнью, обычного человека с очень обычными доходами. Так что я не буду принимать от этих людей всякие намеки на деньги, честно, тем более на грязь. Я навіть не буду намагатися и так, не все. Хочу спекулювати на там, тому ж питанні, яке вже в пресі мусується про рентну плату за квартиру. Ну, это полное вранье было. Ну, це ж, я ж не питаю. Они говорят, что я плачу за квартиру 6 тысяч долларов. Полная чушь. Полнейшая чушь. Это старая история, которую они хотели все время раздувать. Вот и все. А
Я не можу не сказати. Так, а скільки? Даже близько нет. Ну, у мене просто, дивіться, я можу чесно сказати, що в мене автомобіль Chevrolet, я купив її за 4200 доларів. Живу в службовій батьковій квартирі, сплачую комунальні плати. Тому що це довга історія, там немає 6000. У мене теж є машина лічна. Шкода Суперб, яку я купив за 11 тисяч доларів, за 12 тисяч доларів, я теж не пам'ятаю. Вона 6-літня або 7-літня. Что касается этой квартиры, эту квартиру с самого начала сняла большая группа нас, когда вот эта первая группа грузин приехала, это был наш офис. И тогда было достигнуто соглашение, это сложное техническое соглашение, кто-то кому-то обменял за границей, то есть какую-то квартиру из тех, той группы, которая первая была. Поэтому, еще раз говорю, я плачу коммунальные, я коммуналку плачу, потому что я в конце, я просто там жил, после того, как я из Одессы переехал и все, я плачу часть квартплаты. Но даже вся квартплата близко не подходит, еще раз говорю, к этим, к чему. Повертаючись все-таки до конструктиву, до реформ. Дивіться, ви стали прем'єром, у вас є громадянство, у вас є підтримка в уряді, але, як ми знаємо, в цій країні реформа без МВС, СБУ, Генпрокуратури неможливі. У президента в уряді портфелі МВС, Міністерство закордонних справ, призначається, подається президентом генеральний прокурор і голова СБУ. З ким ви готові співпрацювати в цих напрямках? І що ви будете робити, якщо в кріслі президента буде та людина, яка не піде з вами на контакт? Тому що це важливо. Ну, тоді я не зможу працювати сьогодні просто. Я думаю, что все-таки эти новые силы и силы, которые готовы, в том числе и старых, играть по новым правилам и не играть по правилам коррупции, найдут консенсус. Нам нужен новый общественный договор, нам нужен новый консенсус. Это должна быть другая амбициозная программа создания нового украинского государства. Чтобы создать новое украинское государство, для этого у нас есть четкая программа. У меня есть четкая программа. За 70 дней, как поменять все законы, просто рассчитать на 5 сессионных недель. Там просто моя неделя написана, первая неделя, например, закон про олигархат, полностью сменить систему олигархата, запросто ее можно проголосовать за 3 дня. У нас есть там полностью, как менять эту систему здравоохранения, реформу, как они сделали, я не приемлю. Но у нас была самая успешная в Восточной Европе, ее можно усовершенствовать в Грузии. Эту новую систему здравоохранения, страховую реальную медицину, новую систему образования, когда деньги будут идти студентам, они там полностью отменить клуб и таможенный тариф, и сделать в открытой медной просто, чтобы просто товары быстро двигались и люди могли честно работать. Полностью поменять налоговую систему, 2/3 сменить государственный аппарат, сократить и вообще перенести лучше его, еще раз говорю, в центр Украины и подальше из центра Киева. Это не означает переносить столицу, это просто перенести административный центр и разгрузить Киев. Это большие инвестиции в украинскую инфраструктуру. Вы знаете, как сейчас Украина работает? Например, Киевский вокзал, он транзитный вокзал. А в Москве 8 вокзалов, которые до сих пор украинская железная дорога, 8 вокзалов вот так радиально, в том числе на Украину. Сейчас, чтобы попасть, например, из Киева в Черновцы, почему так долго есть поезд? Через Винницу. Почему? Потому что это Москва так решила. Мы до сих пор, наша инфраструктура полностью под Москву легла и не изменилась. Мы ездим из одного части Украины через Приднестровье. Подумайте об этом. То есть Украина не смогла создать за 25 лет независимость свою независимую инфраструктуру. Нам нужны новые автобаны, новые эти. И это все, кстати, и в этом фильме расписано. У нас есть программа. И эту программу мы должны... И эту программу вы и, знаете, мы все договоримся, потому что я точно... Я никому не конкурент. Я не собираюсь. Я точно заявляю. И вы знаете прекрасно. Я верю, что украинцам президентом должен быть всегда человек, который родился в Украине, и в Украине стажем на 100%, и никаких, я не этничность в этом смысле имею в виду, а национальность в европейском смысле, я таким не являюсь. Для меня это все равно приемная родина, и вместе с Грузией, естественно, Грузия это основная, но это приемная родина, я ее очень люблю, я готов за нее пожертвовать хоть и жизнью, но я не могу быть президентом по определению. И более того, я не могу долгосрочно быть украинской политикой по определению, потому что я не хочу опять влазить в эту рутину. Мне нужны большие прорывы к лучшему. Нет, не вышел. Я остался в Украине, но, как обычно, ждать. И знаете, честно, я о чем я мечтаю? Если я буду удачным примером, я иду. И потом я просто хочу поехать и стать мэром Одессы. Реально.
Я не шучу. Я не шучу. Я очень хочу поднять Одессу. Ну, а Одессу можно поднять только после того, как Киев все поменяет правила игры. Дивіться, тут хочу трошки... Я не шучу, но это реально. Можливо, градус трошки підняти, але це, що називається, тепленькая пішла. Зараз паралельно на іншому телеканалі, я перепрошую, ми зараз будемо завершувати, я бачу, що ви спішите, але не можу не спитати. Паралельно на іншому каналі виступає Юрій Луценко. Так. Який, ну, він, в принципі, продовжує гнути свою лінію про те, що ви там перетнули межу, вот это вот вор должен сидеть в тюрмі, вот это вот все. Що ви будете робити з Луценком? Ну, от він поки що є генеральним... Луценко має піти в відставку негайно. Тому що Луценко – ця людина, яка напала на агентів НАБУ, яка відкрила таємницю слідства і агентів. Це ніхто не робить в світі. Ця людина, яка крала гроші під час, коли вона була, він був міністром внутрішніх справ. Ізвините, я був дважды президентом. При мені в країні на много мільярдів увеличився бюджет. Почему у меня нет даже десятой части такого дома, как у Луценко? Я посмотрел, ну, нехило, круто. Ну, молодцы. Я не знаю, у меня дома все профессора, доктора наук, там... Вроде все с образованием. Моя жена вроде не из бедной очень семьи. Ну, у нее семья реально, ну, такая, бургерская такая, голландская, но доходом. Почему у нас нет такого дома? Этот человек кого-то будет про какие-то красные линии говорить? Этот человек, который просто... Це ви зараз говорите, що він мусить піти з посади. Говорю. Але, ні, ви не зрозуміли, я не договорив просто. Так, а що ви з ним будете робити, коли... Там, можливо, станете прем'єр-міністром. Я думаю, що на самом деле, коли я побував... Чи просто поняття прості? Коли я побував 3 дня в цій камері, я нікому не желаю попадати в камеру. Зараз стране потрібно залечувати рани, а не їх углублять. Стране потрібен мирний діалог, а не новий виток місці. Стране потрібно просто... Мені кажется, що їм треба вернути награблене. Це дуже важливо. Потому что это не надо прощать. Награблено, надо возвращать. Их надо растамашивать. И отпускать на все 4 стороны. Я знаю, что я говорю что-то непопулярное. Но если они снизят тарифы 3-4 раза, если они вернут в бюджет десятки миллиардов долларов, пусть хоть здесь остается, пусть, если они откажутся от прямого контроля диктатора над телеканалами, останнє запитання, щоб вас не затримувати. 57-й день сьогодні стоїть під парламентом містечко. Допоки воно там буде залишатися? Я думаю, що це вопрос діалогу. Я думаю, що ми повинні говорити цим людям, то з цими людьми теж розмовляти. Ці люди там, вопреки того, що вони говорять, не проплачені, це героїчні люди. Коли мене забирали, человек облился бензином, вот заполз на место, я видел этот кадр, потом у меня просто кровь замерзла. И он достал зажигалку, и последние секунды его выхватили. Причем он на трубе был, чтобы его не достали. Кто-то ловким оказался и вырвал у него эту зажигалку. Он сжигал себя. Ну, реально, это был один великий украинский студент, который против русификации это сделал. И второй в Чехии был студент, который это сделал. Третий раз это происходило здесь, в центре Европы. И эти люди, которые так могут поступать, люди, которые, я видел эти лица, которые сажались за мной на машину, это люди, которые идеалисты. Мы не можем, и когда они остались в палатках, не я их так наставил, я вас уверяю. Мы, когда уже помогли с травами, палатками, это наша ответственность была, но поэтому с этими людьми надо разговаривать. Мне кажется, что вообще палатки это не форма хорошая. Мне кажется, что лучше всего, чтобы необходимость в таких лагерях не было. Я был против того, чтобы ставить палатки на Крещатик. Я лично был против того. Я за то, что у нас в воскресенье марш новый. И для чего этот марш? Марш, он важен для того, чтобы сказать, что у нас много, но люди выходят на полчаса, час и потом уходят. Потому что это европейский метод выражения своего протеста. Это европейский метод выражения, чтобы показать, что мы есть. И мы это вместе делаем. И когда в это воскресенье вышло огромное количество людей, которые просто безмерно благодарны, большое, я без них я не был на свободе, я всегда был в долгу перед киевлянами. Сейчас я в таком долгу, что я никогда это не смогу отплатить. Но
Начиная с того, что киевляне меня усыновили, когда я был на первом курсе, и просто забрали ко мне домой с улицы, просто когда у меня не было дома, некуда было идти. Семья киевская, киевского академика Педопличка, Елены Касьян, на Великой Житомирской, отдала мне лучшую квартиру в Киеве, просто себе поселила, там две или три комнаты мы отдельно, и кормила меня, ухаживала за мной, просто сделала... Реально, ну, у меня прекрасная семья в Грузии, но у меня есть украинская семья. Вот, а сейчас все те люди, которые вышли, много десятков тысяч людей, которые вышли, это есть люди, которыми конечно обязаны. При всем этом, поэтому с этими людьми надо говорить. Те, которые сидят в лагере, вы думаете, что мне приятно, что там, допустим, улица перекрыта, хоть там на этом участке и так далее, но и блокирован. Но сейчас блокирована вся страна. Надо разблокировать и страну, и надо разблокировать и эту улицу. Но надо начинать тоже с разблокирования страны. Для этого нужен диалог. Мы не должны потерять страну. Мы не должны... Я согласен с группой первого уровня. Они что сказали? Надо прекратить войну всех против всех. Сейчас идет оголтелая война всех против всех. Это не означает, что мы не будем ставить... Это не означает, что мы не будем про Медведчука говорить, про Ахметова говорить, про Порошенко говорить, про Луценко и все. А вот теперь узнаем протоколе. Да, но мы будем говорить предметно. И мы будем еще больше говорить, что будет после них. После них это очень важно. Что будет после них? Потому что если мы все не сконцентрируемся, потому что эти пойдут, обязательно уйдут. Но главный страх у людей... Нас еще один раз обманут. И это, обмануть их, для меня хуже смерти. И лучше бы мы там, они со мной посражались на крыше, и мы все попадали бы. Потому что я им сказал, что если вы подойдете, я же сам мобилизовал ту людей, мы все попадаем. Лучше это, чем людей обмануть. Поэтому я буду до конца, вот, но давайте сконцентрировать на будущее, на Украине, на перспективе. Как выйти, как... А это будет как завтра, что я уверяю, в Грузии у меня были очень неприятные оппоненты. Например, был Аслан Башидзе в Аджаре. Он пытался меня там разные грязные вещи против меня сделать. Как только его убрали сам народ от власти, и как-то я ему дал возможность уехать в свою Россию, потому что я мог запросто его схватить, и там до сих пор бы он гнил, кстати, в тюрьме, потому что его бы даже эта власть не упустила. Я про него забыл через день. Мне он был неинтересен. Мы забрали, конечно, у них, у этого клана имущество, раздали людям, раздали армию, раздали полиции. Но вообще про него вспоминать не хотели. И Шеварднадзе мы не трогали до конца своей жизни. И потому, почему? Потому что, ну, все. Кого перспективы зарасполивают и подправили? Но награбленные надо вернуть, и надо всем нам сконцентрироваться на Украине. Поэтому это сейчас для меня самое главное. Пане президенте, я вам дуже дякую за таку конструктивну бесіду. Я дуже сподіваюся, що у нас це вона не остання. І хочу вам побажати успіху в суді 18 і 21 грудня. Дякую вам. Ми будемо там, будемо транслювати. Мене звати Сергій Мельничук, ви дивилися 24 канал. Сподіваюся, що будете продовжувати його дивитися. Ми тут змінюємо країну на краще, до речі. Ще раз дякую панові президенту. Михайло Миколаївич Саакашвілі з нами провів.